170 сургутян этим летом не смогут выехать за границу. Дело в том, что они не оплатили имущественные налоги. Об этом журналистам нашего телеканала рассказали в ФНС. Специалисты отметили, что такая мера, как запрет на выезд, очень эффективна. Общая сумма задолженности для 170 человек составляла 20 миллионов рублей. Уже погашено около 60%. Больше всего сургутяне не любят платить транспортный налог. Долги по этому разделу составляют 2/3 от общей суммы неуплаты. Всего горожане задолжали казне 412 миллионов рублей. Сейчас налоговые инспекторы работают в принудительном порядке, обращаясь в суд. В 2019-м таких заявлений было подано больше 12 тысяч. Дела из судов направляются к приставам, работодателям и в банки. Какие еще меры наказания предусмотрены для тех, кто не хочет платить налоги? И как узнать, что можно спать спокойно? Смотрите в программе «Диалог» на канале «Сургут-24» и на нашем сайте indifisnews.ru.